Пограничники 3 июня в районе отселенной деревни Рожава Наравлянского района остановили для проверки автомобиль УАЗ. В машине было 7 человек, все мазыряне. При осмотре авто пограничники совместно с сотрудниками Мозырской инспекции охраны животного и растительного мира обнаружили 95 рыб различных видов общим весом более 59 килограммов. Ущерб природным ресурсам оценен на сумму более 20 тысяч белорусских рублей. По факту незаконной добычи рыбы Наравлянским РОСК возбуждено уголовное дело.